Красивое начало. Сейчас объясню. Какой-то чудик пригнал сюда просто тьма всякого говна в виде рексов и так далее. Кстати, да, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это снова Ark Survival Evolved, снова Expansion Ark, Expansion, новый DLC. Так вот, какой-то чудик сюда пригнал вон оттуда, издалека, прям удобная карта. Прям намеренно загнал сюда зараженных, и, собственно, Раптор это один из них был. Как видите, мне повезло. Пока я запускал программу для записи, думаю, запущу. Кстати, я игру перезапускал специально. Думаю, запущу программу, все дела, и начну запись. Выбираю музыку, с которой стартую, такой, на меня Раптор нападает. Твою мать, какого фига у меня эта игра прогружается так? Кстати, да, я перезапустил игру, я перезапустил компьютер, думал, может, избавлюсь от этого говна. Но нет, не избавился. К сожалению, или к счастью, не знаю. Но, в общем, не избавился, и это проблема. Реальная проблема, так как... Ну, вы сами видите. Просто малейшее мое движение, и я... зависаю. Это фигово. Такс. Да какого фига? Я понять не могу. У меня карта прогружается каждую секунду, грубо говоря. Это что за тупизм? Такого просто быть не может. Чтобы вот так вот было. Так, сиди сюда. Тут еще в чем была проблема? Я уже был готов стартануть, все нормально. Но у меня игра выдала чудо. Говорит мне, а на тебе стандартные настройки управления. И, в общем, пришлось их настраивать. Ладно, я, в общем, не знаю, что мне сейчас делать, но одно я точно знаю, надо отсюда валить. Валить, сломя голову. Да. Конечно, очень фигово то, что у меня игра постоянно вот так вот пытается меня прогрузить. Но в чем-то же хорошо, что есть вот этот Раптор. Я сейчас кожу добуду. Смотрю, они пытаются свалить, это, конечно, хорошо. Слышь, они прямо на то место пошли, где это, где я был. Прикинь. Вот я вовремя оттуда свинтил. Так, погнали, посмотрим, кого он там завалил. Может, я смогу кожу добыть, это было бы очень неплохо. Если я не ошибаюсь, там был стега. А стега это означает хитин-кератин, точнее кератин. Это означает ресурс на седло, почему бы и нет. Но, походу дела, здесь уже всех раздербанили. Хотя, может быть, и нет. Нет, раздербанили. Жаль, к сожалению, жаль. Прибежал Раптор, всех сожрал. Сожрал? О, скоробей, отлично. Возможно, его смогу разобрать на хитинчик. А возможно, нет, я не знаю. Какой левел? 114. Ой, не факт, что смогу разобрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, какое-то безумное начало. Еще этот птер... летает вокруг меня. Да что такое-то, а? Что игра-то виснет просто на пустом месте? ФПС сраного количества, а что-то постоянно прогружается. Ох, я из-за этого не люблю игры запускать на старте. На старте всегда полная жопа. Хоть сингл, хоть мультиплеер, хоть что. Да, старт игры — это жопа. Готовься рвать себе волосы на подмышках, если начинаешь стартовать с нуля. Такс. Стой. Тормози, все. Вот встань здесь и никуда не двигайся. Мне нужно поесть. И ягоду надо, блин. Надо воду найти срочно. Так, вот это все лабудень в тебя скидываем. Угу. Так. Что я пишу? Что мне не хватает? О! S+ же у нас есть. Хитин кератин 51 и кожа 4. Отлично, я понял. Так, ты стой здесь. Ты у нас на пассиве. Отлично. Дерьмово. Так, поведение. Пугливое. Вот, я надеюсь, это тебя спасет. Так, погнали. Погнали, для начала найдем воду. И надо уже строить дом. Реально, надо строить дом, потому что дом это означает хоть какая-то защита. Какая-никакая, но защита все-таки. И надо, короче, валить с этой постройки. Уах, ты хорош меня пугать. А, это пижара. Чуть не упал. Так, вода. Вода, где я видел воду? Так, отлично. Как я туда заберусь? Ну, погнали. О,
Это как весело. Весело, как зависать. Блин, я не понимаю, в чем прикол. Но игра постоянно пытается что-то прогрузить. И загрузить. Кстати, до перезахода в игру было такой фигни меньше. Ну, хотя я понимаю, что он пытается постоянно загрузить. Текстур-то половина нафиг нету. Да, надо, короче, с этой постройки валить. Вот это точно я могу сказать. Да уж. Вода? Нет, не вода, просто светильник. Эх, говно. О! Заметка, прикинь. О, а здесь все заметки голографические будут? Я все равно не понимаю, что там написано. Но заметка это здорово. Заметка это опыт. Жаль, что я не на птере взял. А, ну зато попить могу наконец-то. Кстати, я-то около этого фонтана бегал, как заметку не заметил. Очень крайне фигово. Что? А то, что я прошел мимо кристаллов, мимо обсидиан, мимо металла, и у меня нет металлической кирки, чтобы это все залутать. Да уж. Но металл у меня есть, но мне нужна печка. Блин, печка. Печка. Не, ну сначала надо седло сделать. Сначала надо седло сделать. И надо воплощать мой план в действие. Заманить паука на кого-нибудь. Паучки у нас здесь наверху. Керчик, надеюсь, там выживет. А я погнал. Искать хитин, кератин. Мне его целых 51 нужно. Мне это крайне фигово. Стега. 60-й. Пойдет. Проканаешь. О-о-о-о! Погоди. А, нет, 30-й. Я думал, тут уже тот. А, ладно, забить. Такс, Мегатерий. Мегатерий, вот ты, короче, здесь прям в тему. Ну, погнали. Искать пауков. Будьте аккуратнее. Пожалуйста. Когда бегаете по парапетам. Вау. Ты смотри, какая красота. А вот это уже голограмма реальной земли. Я, конечно, видел скрины с корабля, и там были вот эти голограммы, но, насколько я прекрасно знаю, здесь мы реально находимся на земле. А-а-а! Какой левел? Тихо, твою мать! Мегатерий, спасай! Спасай, чувак! Ах. Да фиоми, это тебя тут при чем? Ты че? Эй, чувак, ты что? Так, надо срочно какой-то инструмент. Я так не дошел до своего трупа, блин. Но мне нужен срочно какой-то инструмент уже. Потому что мой план все-таки был в действии. А, надо к дереву же подойти, чтобы бить по нему. Мой план сработал, да. Он завалил. Он молодец, он завалил. Я вообще думал на кого-нибудь другого натравить. Но Мегатерий вообще идеальный вариант. Он трупики не сжирает. Ты ж дерево-то дай. Не, ну вот это вообще не алё-алё. Такс. Дерево-то мне дайте. Алё, не алё. А, ёпта, уж налево. Это было страшно. Блин, реально, надо было просто от того, где я находился, спуститься вниз по карте. А не бежать туда, куда я побежал. Реально, я спустил, вот, я сейчас нахожусь ниже того места, где я находился. И тут, короче, все, что мне нужно. Это тупо. Стой, сраная твою мать дерево, да чтоб тебя... О, наконец-то, господи, ты пока не заматеришься на эту сраную игру, она тебе ничего не даст. Да слышь, я ж камень-то лутал. Да иди ты в жопу, сраная игра. Дерево можно было просто залутать. Вот что за говно? Что за говно? Так, скины сейчас все скинем. И заберу только ресурсы, говорю, заберу. Хорош, зависать. Меня игра ненавидит. Я ее тоже уже ненавижу. Так, все забрал. Типа все забрал. Отлично, погнали. Блин. Я же ресурсы сбросил. Так, где Аронео-то находится? Где этот сраный паук? Да пошла ты в жопу, сраная игра, блин, ну они задиспавнились. Из-за того, что эта игра мне давала дерево в нужном количестве, вообще, точнее, в целом не давала дерево, они задиспавнились. Ну, отлично, блин, отлично.
Да иди ты в баню. Пошли искать новых пауков. Вот, блин. Чё-то я, короче, куда-то не туда прибежал. Это зелёный обелиск. Что? What the fuck? Я чё-то реально не туда прибежал. Хотя бежал вроде куда надо. Я заблудился. Хотя я видел того же самого паразавра, который бегал в первой серии. Там будет большой тег паразавр и так далее. Я его видел. Какого фига? Я не там где-то свернул, что ли? Блин! Вот это вот джунгли. О, а вот паучок. А там мегатерий. Ха, отлично, кстати, да, я свой лут нажал. Я просто свернул не туда. И реально, мне нужно было спуститься вниз, а не бежать туда, куда я бежал. О, аргентами сидеть колотить. Не-н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 е
домике. Отлично. Так, надеюсь, Мегатери там справится с пауком, и все будет огонь. Кстати, да, здесь ходят черепахи, все дела, все, огонь. Я реально просто не туда свернул. Мне нужно было идти налево, а я решил подняться наверх. Ну и, соответственно, поплатился за это. Свалился нафиг оттуда. Так, тут Мегатери ходят много, это хорошо. Пауков они завалят на ура. Это Аргентавис. Эх, пойду-ка я вниз. Ай, это минус ноги. Так, он должен был завалить. Нет, еще до сих пор не завалил. Так. О, завалил. Тихо. Мегатери, тихо. Спокойно. Легче. Расслабься. Дыши глубже. Все. Насекомых больше нету. Я не насекомое. Ты не насекомое. Я не насекомое. Все не насекомые. Отлично. Все. Расслабься. Хитин. А, твою мать, иди нафиг. Тупой Мегатери. Я сказал, я не насекомое. Иди в баню. Вон тебе скорпион. Хочешь насекомое? На тебе насекомое. Я почти долутал то, что мне нужно. Так, погнали. Я выполню свою миссию, возложенную на мои плечи. Я добуду этот сраный труп. Аргентавис, иди в жопу. Моя труп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Иди в жопу. Тихо. Спокуха. Не переживаем. Все нормас. Дай. О, я добыл хитин. Фух. Осталось только свой труп залутать. Да. Ну, кстати, спавнюсь каждый раз в новых местах. Я вижу все новые и новые красивые места. Прикольно, я бы там построился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну самое главное, я добыл нужное количество хитина. Сейчас остается 4 кожи добыть. Это минимум. Вот, и все. Я сделаю, наконец-то, странное седло на Птера. Я смогу летать. Выше небес. Ну, небостроек, в смысле. Небостроек? Чё?! Небоскребов! О! Небостроек! Блин! Да, за мной нужно записывать. Точнее, цитировать нужно меня. Небостройки. Это не небоскребы. Они ж не скребут небо. Хотя нет, по факту скребут. Но они небостройки тоже вполне нормас. Текс. Отлично. Опять куча скинов. О, кстати, мясо. Это был глупый я. Новый я будет намного умнее. Так, погнали. Кожа. Сейчас кого-нибудь найдем. Фух, пить опять хочу, но зато птерчик живой. Да. О, хорошее место для постройки. Шучу, конечно. Но, блин. Тут, по крайней мере, точно безопасно. Блин. Птер. И что мне нужно? Кожа 4. Отлично. А вот это мы сейчас добудем вполне легко и быстро. Скидываемся туда. Ой, у меня тут топорикс поломанный. Топорикс у меня поломанный. Так. Отлично. S+. S+, обожаю его за то, что вот он ресурс, тебе скидывай, какие нужен. Ты можешь переместить ресурсы и так далее. Вот просто чисто за это уже стоит любить этот мод. Да. Ой. Нифига я тебя тут закидал лутом. Текс. Такс. А, кожа мне нужна на печку. Точно, печка мне тоже в первую очередь нужна, так что... Ну, погнали искать добычу. Я тут видел черепаху. Черепаху мы можем завалить. Я думаю, не составит труда завалить 12-го левела черепаху. Вот то, что у меня жажда. Это фигово. Вот
Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Не, давай лучше обойду. Это сейчас какая-то была музыка безумная. Что за бабуйня? У меня музыка вообще-то отключена. Оу. Выброшен скаут. 12 левела. 500 пожары. Что? А вы знаете, что это за музыка? Я не знаю, я очкую с этой музыки. О, 24 левел. Давай, короче, тебя. Да, чувак, сорян, сорян, я понимаю, короче, ты там не при делах, все дела, но, короче, ну а что поделаешь? Вот кожа сама себя не добудет. Ну а где я еще кожу добуду? Вот ты будешь кожей, ты будешь моей кожей. Так, тихо, тихо, тихо. Улики убираем с места преступления, никто никого не убивал. Все, 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 все. Так, оп, кожа, отлично, погнали делать седло. Делаем седло. Качаем выносливость. Веса вполне предостаточно. Надеваем седло и полетели. Черт побери, наконец-то я могу лететь. Ах. О, блин, ягода, вот она где. Нифига себе, я и забыл, что я ее сюда ложил. Ха-ха-ха, я могу. Так, а чего у меня так много весит? Фундамент. Блин. А все нужное. Ладно, погнали, пока что так. Я хочу забраться повыше. Я хочу увидеть то, что наверху. Я хочу увидеть все с высоты полета птичьего. Оу. В смысле? Я здесь могу и по кругу, если что, забраться? Офигеть. Офигеть. Окей. Я понял вас. Нифига себе, то есть я на эту многоэтажку могу еще забраться. Просто пешком. Окей. Потом, если что, сюда забраться могу. А вот сюда не факт, что уже могу. Но, блин, круто. Вау. Кицаль летает. Блин, я хотел трубу достать. Вау. Ты смотри, как красиво. Не, ну отсюда вид уже намного круче. Да. Это вам не хухрыша-мухрыша. Ёпрсте, какой красивый безумный мир. Так, один обелиск там. Второй обелиск где-то вот здесь вот находится. Это получается один обелиск там. В зиме. Один здесь. И третий, наверное, находится где-то там. Наверное. Но я думаю, где-нибудь вулканическая местность. А может, находится туда дальше. И как раз-таки в левом нижнем углу находится вулкан. Какой левел? Я хочу узнать, какой ты левел. О, 30-й. Отлично. Так, ну что, народ? Где будем строиться? Там, где безопасно, это понятное дело. Здесь у нас опасных летунов нету. А давай-ка построимся здесь. Если это можно сделать. А как узнать? Оп, можно это делать. Отлично, ровная постройка, все дела, центр. Мы, короче, вот где еще можно построить себе хату в центре города? Да нигде, только в Ark Survival Evolved. Ты можешь построить хату свою в центре города и не платить за это ни копейки. Да. Но для начала нужно узнать, могу я спуститься здесь вниз или нет. Да, как я и говорил, вот эта лестница, она ведет чисто по кругу. И на самый верх. Так что там построиться можно. Плюс здесь внизу кристалл металл должен быть, так что все нормас. Но как забраться сюда? Это уже вопрос куда более интересный. По мосту. Допустим, по мосту. Потому что если я, соответственно, сдохну, мне нужно будет как-нибудь сюда забираться. И вот как? Это лучше решить заранее. Точнее, узнать заранее. О, лестницу вижу, что ли? Это же лестница? Нет,
Это не лестница, это просто... Просто показ... А! Тупая долбанная прогрузка. Просто показалось. Да, бывает. Фу, тихо. Я уже так не раз падал. Ну, у вас в баре. О, погоди. А тут зайти можно? Не, это просто здание. Жаль, было бы прикольно, если еще можно было туда зайти. Ой-ой-ой, там мегатерии ползают. Опять пить хочу. Блин, реально, в этом мире ты постоянно хочешь пить. В натуре. Кстати, если... Что за лаги? Я понять не могу. Мне опять надо игру будет перезапустить. Ну, это какое-то это... Безумие, я понять не могу. Я игру перезапустил, стало еще хуже. Что за бабуйня? В общем, если... я думаю, я очень много буду снимать. О, тихо. А, не, погоди. Не-не-не, я сейчас оттуда грохнусь. Так, это же такое же здание. Не от своего бы не отойти. Я думаю, спуск около моего точно будет. Вот, я хочу все-таки почаще видосы выпускать. Раз пошло такое дело. А-а-а, твою мать, это... Ох, полетели. Это быстрый спуск. Нос! Минус ноги. А-а-а, да ну тебя в жопу. Вот какого фига? Какого фига? Сраное говно. Благо хп много. Ищи, ты блюдок постоянно хочет пить. Почему он постоянно хочет пить? Ну, кстати, какие-то знакомые места... Нет, не знакомые, нифига места. Или, подожди. А, да, знакомые места. Вот он, большая арка, выход в город, все дела. Там меня чуть раптор не сожрал. Точно, точно. Я там птер томил справа от арки. Ха, точно знакомые места. Осталось только понять, как туда забраться. И попить. Пить, хочу пить. Это же вода. Ну, вода же это. Дайте попить. О, я попил уже, отлично. О, господи. О, господи. Это ж ты что, так меня пугаешь? Ну ладно, заберемся как-нибудь. Я опять повернул не туда. Нужно было повернуть налево. А я пошел направо, по мостику. Вот что за... А, и тогда нужно было повернуть налево. Блин, надо ходить налево. Не надо быть таким правильным и ходить только направо. Ну вот же подъемчик. А пошел бы на левый мост. Было бы все нормально. Пошел на правый. Блин. Ну ладно, уже неплохо. Погнали строить дом. Кстати, на всех этажах нормально, а здесь текстурка сломана. То есть здесь вот такой подъемчик, а на всех этажах такого подъемчика нету. Так я вот фигня. А еще я туда что-то профукал подъем и нарвался на 4 пауков. Есть хочу, хп нету, все плохо. Ну, это обычное выживание в арк. Я уже, знаете, что-то ничему не удивляюсь. А сейчас нужно будет, наверное, птерчиком спуститься вниз. Ой. И залутать этих тварей. Кстати, в чем весь самый главный прикол? Если сюда поставить ворота, вот просто дверку, никто к тебе пешком не зайдет. Вот он поднимается, поднимается, ты опа! И тупик. А построить, наверное, все-таки лучше здесь. Ну, здесь же прикольнее. Так вот она пожрать хотя бы, сейчас там попить захочу. Просто это более ровная площадка, и это намного, соответственно, лучше. Ну а постройка в центре города у меня точно будет. Ха-ха-ха. Да. Ну, заклеймил за собой место. И погнали, нужно добывать кожу. Кстати, вот через этот борчик еще не так легко выпрыгнуть. Прям с разгоном только получилось. О, захавали мой труп. Отлично, значит, где-то здесь есть паучки. Те самые, про которых я говорил. Вот, к примеру, один из них. Эй, чешь ты! Что творишь? Паутину накинул. Козел, козел. Но мне пригодится хитин. Так что надо их завалить. Хотя мне по факту сейчас нужна кожа на печку. И это куда важнее. Кстати, так как здесь есть стимпанк, мне нужно сделать стимпанковскую печку, так как она с одного, с одной руды делает... Тихо, вас тут слишком много! С одной руды добывает сразу же...
несколько, сразу две добывает. Все, слишком много это. Слишком много атаки, короче, вокруг. Вот, добывает сразу же два слитка металла, и, соответственно, это мне очень сильно нужно. Но для этого нужен будет жемчуг. Жемчуг, конечно, дело хорошее, но для начала хотя бы кожу и... Обалдеть! Видали, металлическая, мать его, кирка! Огонь. О, да, классно. Здесь должен быть кристаллы добываться еще простые с них. Так, с фарагрин. Хотя он зеленый, он синий, он что-то с него зеленый только добывается. Ну ладно. Так, нет, давай, короче, я лучше к себе свистану. Летай за мной. Ну и в баню. Там 4 паука, если я не ошибаюсь, я видел. Так что, ну в баню. Блин, какого фига? Здесь только такие кристаллы. А с этого? Во, с этого кристалла забывается. Отлично. Кристаллы для чего? Труба. Позорная труба, штука нужная. И сейчас добудем метальчик. А, они вообще не ударили. Да ладно, тут вода есть? Ой, прикинь, вода есть. Вода, это классно. Но у нас тут стоит мод Боря. Боря — это хорошая штука. Я вам его покажу попозже. Благодаря чему у меня вообще с водой проблем не будет. А слово совсем. Так, луч надо убрать. И я думаю, надо до базы сгонять. Скинуть все это дело. А то перевес. А вот, собственно, и Боря. Ну, видите, Боря написано. Боря. Чего не хватает? Дерево, японский бог. Ладно, чуть позже покажу, что за Боря. Обаньки. Замедадьга, это хорошо. О, значок Wi-Fi. Все, что я здесь понял. Но я понял, что типа излучения какие-то были. Ну окей, с этим у меня проблема 100%. Но зато заметочка — это хорошо. Это означает экспа. Больше экспы нужно, больше экспы. А еще дерево добыть надо. Дерево. Кстати, эта заметочка прямо около моего дома была. Так что, ха, классно. Вы знаете, где эта заметка находится. Уже две заметки нашли. Круто. Так, погнали, покачаемся на ком-нибудь. Нашел игрока. А, космос. Установил какую-то фигню. Интересно, что это такое вообще. Я хочу узнать. Плацет. Да блин. Окей. Я без понятия, что это. Кстати, есть же новые предметы из экспеншена. А, вот на эту фигню. Прикольно. Стамеска. Ну, шарик это я знаю. Окей. Чё? Окей, давай все изучать. Новые седла. О, можно это состряпать? Блин, надо будет посмотреть, что это такое. Седло. А, это на... Его показывали, да. Газбак. Что? Криопод? Блин, интересно. Шарт. Нестабильный элемент? Блин, нифига себе. Это на сову. Этот какой-то новый. Бридж. Мост, точно. Как в этом. В роликах мост запускали. Кстати, прикольно то, что их можно так состряпать. Хотя элемент нужен, но, блин, не надо кого-то убивать. Гравиграната? Что? Крефридж? Окей, с этим всем потом мы как-нибудь разберемся. МДСМ, чё? Хотя если в М заменить на Б, то будет БДСМ. Сори. Так, ну я практически все изучил. Из новинок здесь какая-то ракета, пистолет. Это походу типа турель. А вот это я понять не могу. Но, блин, я теперь знаю, что вот эту фигню я могу застряпать. Точно такую же фигню. Я без понятия, что это. Ну, кстати, а за не заперто, и у него здесь ресурсы лежат. Так, где мой птерчик? Я добыл металла. Неплохое количество.
добыл дерево и, собственно, вот та самая кожа. Так что погнали делать печку и строить эту всякую фигню. Воу! Я в печках могу сделать жиженый газ? Прикол. О, какие-то новые слитки. Scrap Metal Ingot. Клево. Так, но пока что не до них. Я тут вот эту фигу еще делал. Зажигай. Так, и там должно быть еще дерево внутри остаться. Да. Вот на этом гори. Хватит мое дерево тратить. Так, и давай посмотрим, что я тут нового изучил. Так, ну, во-первых, его можно ставить хоть куда. Посмотреть в инвентарь. Подожди, у него там дудоха сидела. В смысле, сюда дудоху можно садить? Что? Погоди, что? Что? Что она дает? Ой, блин. Погоди. Я не понял, южд. Так, погоди. Я однозначно не знаю, что это за фигня, поэтому будем разбираться это потом, когда я немножко почитаю про эту фигню. Но это будет уже в следующей серии, ну и в бою. Так, сейчас, что сейчас? А сейчас, пожалуй, все. Место застолбили. Сейчас мне нужно добывать ресурсы, чтобы посильнее застолбить место. Да, я тут раскидаю немножко фундаментов, чтобы сверху никто не мог строиться. И, пожалуй, все. Там вход закрыть, там пару фундаментов поставить. И все. Это будет наше. Что там за подъем? Что за подъем еще выше? Тихо. Самое главное, не упасть никуда. Погоди, тут еще по кругу есть подъем какой-то. Что? Или это просто по кругу пройтись? What the fuck? Ай, смешно. Смешно. Окей, смешно. Но там, получается, тоже нужно застроить. В общем, здесь дверь поставят, там везде фундамент поставят, бла-бла-бла, все дела, все закрыть и никого не пускать сюда, так как это моя территория. Да, я хочу здесь строиться. В центре города. Ну, практически в центре города, но явно это в центре города. Ничего не знаю. В центре города. Такие вот дела. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. У меня тут, короче, кнопки сбились. Вот. Во! Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео с своими друзьями, это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!